преддверии Нового года в крае участили случаи незаконной вырубки елок. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в региональном министерстве природы. В общей сложности зарегистрировано 6 правонарушений. Это, правда, меньше, чем в прошлом году. Снижение числа незаконных вырубок специалисты Минприроды связывают с тем, что жители края, оказывается, стали чаще встречать праздник вне дома. Но при этом эксперты уверены, что ближе к празднику количество срубленных елок обязательно вырастет. Повсеместно усилен контроль за охраной лесного фонда. Созданы оперативные группы, которые сегодня работают по патрулированию леса по пресечению незаконной заготовки. Также очень тесно налажено взаимодействие с органами прокуратуры, РОВД в районах. Плюс очень хорошо нам помогает сегодня ГИБДД тоже районов.